Здравствуйте. Привет, друг. Не выходили вчера, позавчера. Я даже утром сегодня думала, что сегодня тоже, наверное, не выйдем, потому что дождь лил так, что мы раза три выжимали даже нижнее белье. Но после обеда все распогодилось и стало все замечательно. Это будущий Ракарий. Это кусочек юга. Вот сейчас это тот кусочек, который придумала Катюша. И ребята, которые делают во главе с Вадиком, они немножко бурчат, потому что камень выложен неровно, потому что стенка не прямая и не перпендикулярная. И это, конечно, их немножко... Они не понимают, что в итоге будет. И только вера в гениальность Катюши заставляет их, значит, пускает с бурчанием, но тем не менее продолжать работу. Вот эта история будет закончена как раз к фестивалю. А через несколько лет это все разрастется, и это будет потрясающе. Это, наверное, еще один аргумент для того, чтобы зарегистрироваться и приехать к нам, чтобы посмотреть, что будет на этом месте. На этом месте, на том. Потому что к подготовке фестиваля подключилось полстраны. Во всяком случае, почти вся наша отрасль. И едут гости со всей страны. И не только с нашей. Поэтому мы очень рады. Но нам нужна ваша помощь. Это, конечно, призыв не иногородним. Это призыв тем, кто живет в Питере или Ленинградской области. Нам очень нужны старые чемоданы. Старые чемоданы, которые вы давно хотели выкинуть. И все не могли, все не доходили руки. Или все, что у вас ассоциируется с путешествием, поездом, вокзалами. Но чемоданы – это первично. Ну и спасибо всем тем, кто продолжает. Мы продолжаем собирать на мастерскую. Мы обязательно ее начнем строить. Очень надеюсь, что мы начнем ее строить. Сейчас мы немножко поднакопим денег, что начнем строить ее осенью. И в следующем году она заработает. Но это дело будущего. Все вместе мы обязательно на нее соберем. А пока... Пока не забывайте регистрироваться. И если очень нужен трансфер, обязательно сделайте это сейчас. Потому что через несколько дней мы, скорее всего, регистрацию на трансфер закроем. Иначе я боюсь, что местные власти решат, что несанкционированно открыли еще один маршруток. Потому что количество людей, зарегистрировавшись на трансфер, оно просто... поражает мое воображение. Так что увидимся, цепляйтесь и спасибо всем, кто с нами.